Ро, мой дорогой друг, с тобой снова я, Тима Мацони. Долгожданная реакция на наикрутейший битбокс. Устраивайся поудобнее, возьми что-нибудь вкусненькое, видосик не маленький. Погнали. Все как обычно, у себя под видосами я нахожу самый залайканный комментарий, где вы предлагаете, какой видосик мне глянуть. Вот он, настоящий пельмень. UK Beatbox Cypher 2021. Как я предполагаю, здесь будут собраны самые топы из топов, и они будут демонстрировать нам свой скилл. Поправьте меня в комментариях, если я что-то немножко не так понял. Надеваем наушники. Вам того же желаю, чтобы проникнуться всеми звучками. Погнали. Yo, what's going on, people? We got the UK Beatboxer Cypher 2021. Me to start with my whack hair. Now we got Epos up on the stage. Top 30 GBB, smashing it with a wild card this year. Next up we got Frosty. Слушайте, it's my tag team. Это прошлый битбоксер, который сейчас вот был, очень похож на какого-то рэпера. Он еще фитовал с этим. Young Trap, вот, я вспомнил. Похож. Frosty. So check him out. Next up we got чемпион 2017 году. Smashing through the scene a few years ago, been чемпион it, watch for him. GBB 2021. Манчестер битбокс чемпион. Первый раз вижу этого битбоксера. Next we got Hobbs and you Хоббит, слышал, вице-чемпион. Чего-то там, не вижу, что там написано. Зейни, тоже слышал. Блин, интересно сейчас послушать их скилл, столько времени прошло. Yeah, now we're ending off with Reeps one. Oh, батя, здорово. Boundaries for beatboxers in the beatbox world. So check this out. Блин, походу что-то жирное будет сейчас. I see sound in the landscape. I see sound in the sound in the. I see sound in the landscape. I can't even control my own soundscape. I can't even control my own soundscape. Извините. Я хочу это научиться делать. В принципе, весь спектр звуков я знаю, что он делает, только я не могу понять, как он эту комбинацию выстраивает. I can't even control my own, control my own. See sound in a landscape. I can't even control my own sounds. Блин, Young Trap, отвечаю. Похож. Чтобы вы понимали, мы сейчас будем получать оргазм. Во сколько здесь битбоксеров указано, мы на каждый левел ап будем получать, собственно, оргазм. Я не знаю, поняли вы меня или нет. Я ушел так туда. Надо. Я не знаю, что это за битбоксер. Yeah.
Слушайте, вот опять мы с этим сталкиваемся. Столько крутых звуков делать, но получается какая-то каша. Я, то есть, пытаюсь координировать, разобрать, что он делает, но он прям, знаешь, прям каждый свой звук проглатывает и продолжает что-то дальше делать. Не знаю. О, Хоббит. Если я не ошибаюсь, именно вот этот парень очень сильно равнялся на Рипсвана по стилю. Поправьте меня в комментариях, я уже давно не слежу. Но вот я припоминаю этого парнишку. Комбинация у него очень сильно будет схожа. Цвет волос крутой у него. Такой ментоловый прям. Вот он, батя, батя, ёпарас это. Такие флешбеки сейчас, и на самом деле просто столько задротил на его видосы, постоянно вот так вот сидел, слушал, думал, ебать. Вы слышите, сколько у него динамики? Вдох, выдох, я даже не могу разобрать, когда он успевает это все делать. Пока, на мой взгляд, самые слабые здесь были это MC Zenny, Oasis или Ozis, поправьте меня. Но Хоббит тоже неплох был, ну так, знаете, 50-50, остальные прям серьезный уровень. Just when you hear sirens. Блин, ну вообще больной. Lock up the cages. Вечный. Так, Young Trap разогнался, ёпты. Excuse me. Вы знаете, что я хочу сказать? То, что спустя столько количества времени дело у нас офигеть какой древний на самом деле битбоксер. Вот он весь этот путь идет, и он прям вот развивается. Вот огромное количество битбоксеров, в том числе и я, знаете, как-то стопорятся, останавливаются вот в развитии, как будто вот у них есть ряд звуков. Вот они его клепают, делают. У него я постоянно вот прям вижу рост. Есть и другие битбоксеры, просто пристальное мое внимание, все на дело постоянно. Я вот это прям заметил. Сколько он уже фигачит? Пипец сколько, да? Стоп.
Я хочу попробовать, подождите, Прикольно. Бля, мне прям хочется к ним туда взять микрофон, начать битовать. Not bad, not bad. На импрувера похож. Прикольно, а с другой стороны, как будто как-то грязно как-то получается, что ли, не могу понять. Вот все проглатывает прям. Он может, но что-то прям... Прикольно. Мне понравилось. Так, подождите, я правильно понимаю, что с каждым раундом они будут показывать скилл level up, то есть на уровень выше, или что? Блин, как хреново, что я английский не знаю. Тупой! Так, Энджизани, чё ты, братишка, подздуваешься? Знаете, мне вот как человеку, истинному фанату битбокса, удосужилось слышать его битбокс вживую. Боже, вот он у нас вот к нам в Россию приезжал, это жесть, это просто жесть, чё он вытворял. Там такая энергия была, я не могу вам передать и описать словами. Я даже ничего не, вообще не имею права сейчас говорить против него. Короче, он красава. Он очень крутой, очень крутой. А, и я вам больше скажу, у меня не было возможности получить автограф по бумажке. Я снял чехол с телефона, и он мне разрисовал мой чехол. Я этот чехол, он у меня порвался, но я его не выкидывал. Короче, бля. Round 3, fight! Run it. Ну вот кто так может делать? Никто. Никто из так не делает. Это стиль, понимаете? Стиль. Вот он реально выделяется очень сильно. Так, МС Зани, братишка.
Не подведи, ё-моё. Давай дроп, братишка. Так аккуратненько прям. You are a patriot, and now on 20 years there, I couldn't break this, you're on a blue parallel. Блин, очень грязно, зараза. Блин, все-таки мне кажется, ему надо поработать над частотой звуков. Блин, hater, you мне так кажется. We doing the same thing, yeah, I be making paper. Faker, might have to dissect you with a razor. They ain't winning no battle, boy, I see them later. Taser gonna come through the sub like a motherfucking laser. You wear taser gonna come through the sub like a motherfucking laser. Как он этот звук делает, твою дивизию? Блин, не дозавершил. Так, Йонг Трапа, брат, давай. А ты хорош, ё-моё. Ну ты будешь продолжать, нет, или я останови, не останавливаюсь? Creeping in the shade, watching people cut shapes with the razor blade. Creeping in the shade, watching people cut with the razor blade. Блин, мне надо научиться звук делать. Как он его прям хорошо делает. Let's try it. The dub show, I do not like it. Stuck up the drum, I'm dead, 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 dead. Pick up the option, pick up the option. 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 Pick up the option, pick up the option.
Бля, он больной, я серьезно. Это было хорошо. Так, на ваш взгляд, было сколько, получается, 3 раунда, если не ошибаюсь, да? Первый раунд, как мне показалось, был за Дилоу. Во втором раунде я пока не понял, кто там прям очень сильно выделился. А третий раунд это Рипс Ван. Я прям вообще меня расколбасил с его фишули. Ну, естественно, Дилоу. Кого бы я вообще отсюда, ну, без обид убрал? По скиллу чисто сужу. Это МС Зенни, брат, но прям вообще уже все в далеких 2010-х остался. Епос вот этот вот очень прям сильно грязно делает. Вот прям поработать над частотой звуков, но остальные все были прям... Пишите в комментариях, кто вот вам прям очень сильно выделился здесь. Псс, ты знаешь, что нужно сделать? Написать в комментариях, на какой видосик мне бахнуть реакцию. С тобой был снова я, Тим Мацони. Не забывай про комментарий, про лайк. Ты знаешь, как мне это помогает двигаться дальше. Все, я тебя обнял, поднял и на место поставил. До новых встреч.